вместе так получится. Смотрите, это старинная, в 50-х годах прошлого века написанная песня в России, которая называется «Балалайка». Зачем хорошая? Потому что последние строчки в каждом купе сначала три раза поются, а потом на четвертый раз вместе перекидываются хором. Добрый вечер. Очень радостно и очень интересно приехать в ваш город. Первый раз в жизни мы его посетили и так удачно сразу в город в день, извините, в год 40-летия Усть-Илимска. Поздравляем вас с этим юбилеем. Желаем городу процветания и развития всего самого лучшего. Постараемся сегодня сыграть концерт, который поддержит вас в радостном праздничном настроении. Подарит вам какие-нибудь позитивные эмоции. Я был прикольным ребенком, и я играл в погремушки. Я мастерил шестеренки, метал снежки, как игрушки. Мне говорил с удивлением директор детского сада: пацан, чё, самый умный? Больше всех. Это даже не совсем песня, это скорее такой театру микрофон, радиоспектакль. И если б не было тебя, скажи, зачем тогда мне жить? В шуме дней, как в потоках дождя, сорванным листом кружить. Обещаную мишу я громаду положу, и бандита тебе сам, а я ремонтой уложу. А вот из самых активных, самых прекрасных женщин и девушек, которые пробили себя в суперсцене, есть ли девушка по имени Екатерина? Я начал жизнь в трущобах городских, и добрых слов я не слыхал, когда ласкали мы детей своих. Я есть просил, я замерзал, вы, увидав меня, не прячьте взгляд, ведь я ни в чем, ни в чем не виноват. Давайте-ка второй куплет попробуем по очереди. За что вы бросили меня? Где мой очаг? Отлично! Не признаете вы мое? А я ваш брат! Олимпиаде, за то, что она собрала нас всех сегодня в вашем замечательном городе. Спасибо вам за то, что пришли. Спасибо Усть-Илимску. Поздравляем еще раз его с 40-летием. И для вас с наслаждением играла команда «Несчастный».